Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем трэш с нашим смотрителем. Я вам показал, что уклонение Огненка просто бесполезны на битве смотрителя. Я сделал топовый состав по максималке, все, и благодаря уклонению я набил всего лишь фигню. Каких-то там, не знаю, сколько мы на троечке набили. 15 лямов всего. Я угорал над этим, реально. Это просто жесть. То есть он просто тупо не попадает. Такс. Ой, блин, это ж русский сервер. Куда я, блядь, зашел? Че за помойка? Поехали на нормальный топовый сервер. Я думаю, каких 15 лямов? 75 лямов у нас вроде было. 75. Что-то в этом роде. В общем, вот здесь. Смотрим. Вот мы набили 77. Почти 78. Из-за того, что у нас на героях стоит уклонение. Сейчас я сделаю наоборот. Я сейчас постараюсь прокачать героев. Давайте таких выберем героев, у которых нет уклонения. Так. Вот давайте по интересу, чтобы было у нас. Вот возьмем таких самых топовых. Бугимена я уже брать не буду, я его уже перекачал. Анубис у нас тоже перекачанный. Тут у нас половина героев просто вот берем жабку нашу. Поехали, смотрим на нее. Вот она уклонений не имеет. Здесь ставим доспех. То есть делаем полностью состав, посмотрим разницу. То есть какая будет у нас разница героя уклонения, героя без уклонения. Так, жаба, ты где? Вот ты. Поменяли. Так, также нам надо на ней сделать теперь огненку. Ну, мы будем уже бегать с девятыми огненками. Десятые бессмысленно качать. Вот, хорошее число было. Ищем огненки. А, в принципе, мы огненку, кстати, либо пакт, либо мы огненку можем поставить эмблемой. У меня же есть эмблемы. То есть мы можем ей и пакт прокачать, либо огненку, либо то. То есть без разницы, что будет на ней. О, ничего себе, Сандер. Сандер. Ну, раскол для архидемона. Так, ладно, давайте не будем херней страдать. У меня пактов здесь должно быть нормально. Сейчас будем уже исходить из героев. Так, есть. Level up. Все, десятку не качаем, десятку нечем качать. Ставим питомцев. Ставим здесь огненку. Так, отлично. Первый герой есть. Поехали дальше. Дальше у нас призрачный. Призрачный у нас вроде нормально собран был. Смотрим. А-ла-ла-ла-ла-ла. Призрачный всадник. Ставим сюда пакт. Все, призрачный собран. Два героя есть. Дальше Рину. Тоже можно ставить. Ставим сюда пакт. Смотрим. Так, что у нас тут? На него поставим. Так, там Рудольф был. Вот так. Есть. Ставим сразу же его сюда. Рину, 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 Рину. Есть. Дальше собираем Махатму.
Я, кстати, Махатму хочу с огненкой. Давайте сейчас попробуем паролить на ней. А, вот у меня есть она с огненкой. Ставим сразу же эмблему. ПДшки. Вот тут надо ритуал нам поменять. Я показывал вам тест с ритуалом. Реально, она очень крутая. Так, ставим доспех. Ну, пятый, шестой тут будет. Самое главное, снаряга. Так, уклонение у нас есть. Нафиг их убираем. Вот у нас два уклона. Я потом ее перекачаю, я просто их хочу убрать. Вот крит пусть будет. Здесь сейчас любую пятерку. Ну, так, чтобы силу не терять. Так, музычка. Аж музычка просто в шоке. Просто в шоке, сколько самоцветов сливается. Да, ребята, созвездие это самое дорогое на сегодня, что есть. Особенно, когда ты ролишь на седьмую чарку, это просто бешеные суммы вылетают. Так, где пятерка? Отлично. Есть. А, Махатма у нас фактически собрана. Ставим на Махатму панчбокса. Есть. Хорошо. А, дальше. Дальше. Что у нас получилось? 4 героя есть. Так. Ой. Вариант есть поставить. Сейчас поставим ходера. Но тут все эти уже забиндены по топу. Так, одержимый. И давайте поставим черепа. Ну, как вариант черепа. Прокачаем. Ходер и череп. В общем, у нас остались. Конечно, на черепе отражалка входящая маленькая. Доспех там хоть и всегда будет бить, но отражалка маленькая. Поэтому, ну, пробуем. Ставим, ловим одержимого, где наш ходер. Можно такой вот вариант ставить. Здесь тоже меняем сейчас. Так, сюда мы поставим для отхила. Вот так. Тоже видите уклонение. Блин, ну ладно, уберем. Уберем два отсюда хотя бы, как минимум. Там я пятое трогать пока не буду. Надо будет карты накопить. Вот это. Хотя, в принципе, давайте ролим так, чтобы у нас уклонение вообще по минимуму было. Ну, 5-4 потом доролю буду. Помните, держимом. Так, есть. Здесь мы это сделали. Поехали дальше. У нас остался еще череп. Череп можно было, в принципе, Яру поставить. Там без разницы, по сути. У черепа просто входящая отражалка. Давайте Ару сделаем. Да, блин. Нормально, кстати, падают. Когда не надо, падают те таланты, которые нужны были до этого.
Так, стойкость. Посмотрите, как таланты смотра сейчас реально сыпят просто. Вот отлично, ловненько. Так, отлично, уклонения у нас нет. Можно будет, кстати, его сделать потом на максималку попробовать. Ставим ему доспех. Вы видели, что на 30-м здесь у меня герои просто, ну, не сливались. Сейчас посмотрим, что у нас поменяется. Такс, ара. Друга, я думаю, бессмысленно. Ну, поставим ангела, давайте. Вот такой вот вариант. Поехали, посмотрим. У нас сейчас, ребят, с вами 77 миллионов. Поехали. Стартуем с Рину. И внимательно смотрите, мисов у меня уже столько нету, как было раньше. То есть у меня по мисам проблем нет. И сейчас в итоге вы увидите, какая будет разница. То есть такой состав. Мне самому интересно, насколько мы улучшимся. Набьем ли мы соточку. Потому что, по сути, в прошлый раз нам реально не хватило. Из-за того, что были уклонения, мы бы набили бы здесь намного больше. Ну, смотрим. Я уже вижу, полосочка ползет нормально. То есть, если у нас будет сейчас где-то приблизительно около 200, то есть в итоге мы взяли бы спокойно топ-1. Но это опять же, это рандом, знаете, плюс-минус. Так, чтобы вы понимали, здесь роль не играет, какого левела у вас доспех, там, первый, второй, третий. И здесь играет роль в большей части это прокачка героя по прорывам. Чем выше прорыв, больше у вас жизни, больше у вас шансов дольше продержаться. У вас доспех будет больше наносить. То есть, соответственно, исходя из этого, вы можете поставить даже первый доспех, если вы хотите там поучаствовать здесь. Но надо прорывы нормальные. Таланты, как видите, огненка здесь тащит и пак для увеличения входящей, ну, увеличения отражалки от входящего урона. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас на итог. Ну, я уже вижу, что миссов у меня таких, как раньше, на предыдущем просто нету. Это одно, что минус, нам придется здесь использовать одну дополнительную попытку. Именно сегодня. То есть мы набьем 4, мы будем отставать на одну попытку. Без разницы, как видите, какие у вас тут будут герои. То есть тут основную роль играет доспех, огненка и пакт. Нормально так прошлись. 172. То есть, по сути, мы набили практически 100 миллионов.
То есть разницу чувствуете, насколько на треть получается, на четвертую часть, если от этого брать, либо даже практически на половину, там чуть-чуть меньше от вчерашнего нашего урона. То есть мы докупаем попытку и добиваем. Может, даже здесь и не надо этого ставить панчбокса. Все равно он не работает, когда герой надо ставить, когда по герою бьют, наверное, лучше всего. Он атакующего варианта. Здесь, по сути, ничего не сделает. Сейчас мы с вами уберем панчбокса, поставим кого-то другого. Ну, герой уже по чуть-чуть проседает, но это не критично. Питомцы все равно отхиливают. Сейчас будет как раз именно тестовый заход. Сейчас посмотрим, сколько мы максимум сможем набить. Ну, 7 книг. Так, а ну-ка посмотрим, что по рангам. Ну, 4, видите, вот так вот приблизительно все идут. То есть по попыткам. Плюс-минус, то есть у всех одинаково. То есть мы на одну попытку вчера из-за того, что такие отстали. Так, окей. Давайте по фракциям. Даже не по фракциям, по питомцам. Поставим какого-то питомца, который работает от дефа. Вот другого не наносит урон. Тут у нас кулдаун 4,8 секунды, тут у нас кулдаун 4 секунды. Вот его поставим. Так, окей, поехали. Поехали следующий заходик тестовый. Как видите, без уклонения реально можно все. Давайте даже увеличим. Даже возьму вот такую вот максимальную. Поехали. Стартуем с Рину. Это уже четвертый. Смотрим, что у нас получится здесь. О, начали проседать. Ничего себе. Может, действительно надо ангела уже ставить сюда. Причем конкретно, смотрю, проседают. Да, наверное, надо ставить ангелочка. Смотрите, что он делает с Рину. Жесть. Да, надо сюда ставить ангела. Ангел хоть будет отхил давать. Хороший. Все-таки проседают. На четвертом. Ну, посмотрим. Нам интересно посмотреть, какой же будет все-таки итог. Не сильно, но до половины уже просел. Вряд ли мы. Вот надо ангела все-таки ставить. Надеемся, надеемся, что нам хватит времени, чтобы
дофармить до конца все. Очень больно бьет. Давайте так, вот где он сольет, я там сразу же выйду. Вот как только он какого-то сольет, я сразу же выхожу. Чтобы, ну, приблизительно знать, сколько у нас будет набито за это время. Держится, держится еще, но сейчас будет по-любому. Видите, ангела надо брать. Так, Рину, все, все. Минута, ну, половина считаем, плюс-минус. 55. Ну, то есть где-то в среднем мы так идем на 100. То есть это потолок. Что можно выбить, это 100. То есть в реалии вот так ребята идут. 4. Тут еще плюс одна попытка у некоторых была. 4, 200, 4. Но опять же, вы учитываете то, что здесь бегают донары. То есть 30-е прорывы. Обычным игрокам здесь, ну, по сути, делать нечего. Если у вас есть уклоны, тоже я вам показал вчера, 77 и 100. Есть разница. Вот так вот. В общем, вот такая вот тема, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу смотрителей. Всем удачи, всем пока.